компания SkyWay во главе с президентом компании Юницким Анатолием Эдуардовичем приняла решение привлекать деньги населения по программе краудинвестинг для строительства экотехнопарка. И как показало время, это было единственное правильное решение на тот момент. В самом начале пути было очень много скептиков и негативно настроенных людей, которые как один заявляли и кричали на всех интернет-площадках, что этого не может быть, что ваш транспорт не поедет, что вам не выдадут землю, что у вас не будет финансирования и что самое ужасное, вас не поддержат люди. Очень много критики и упреков было в адрес не только президента компании, но и на самих партнеров. Но мы настолько сильно были воодушевлены данной идеей внедрения новой транспортной системы, что нас ничего не могло остановить. И мы несли эту идею от человека к человеку, вдохновляли и мотивировали друг друга. Что в итоге Юницкого Анатолия Эдуардовича поддержали десятки тысяч человек по всему миру, а злые языки замолчали. А кто-то и вовсе присоединился к нам, признав свою неправоту. И таких людей можно и нужно понять. Кругом ложь, обман, финансовая нестабильность, обвал рубля и прочие негативные факторы, из-за которых люди попросту перестали верить в счастливую, беззаботную жизнь. По факту, что мы имеем на сегодняшний день? Как далеко мы продвинулись? Создана техническая документация, которая по оценкам независимых экспертов стоит несколько миллиардов долларов. В Республике Беларусь получено 2 тестовых участка для строительства экотехнопарка, общей площадью почти что 36 гектаров. Получены все необходимые разрешения и сертификаты. Идет полноценное строительство дороги. Еженедельные отчеты на официальных ресурсах не дадут вам усомниться в моих словах. А теперь задайте себе вопрос. Хотите ли вы принять участие, внести свою лепту в строительство экотехнопарка, который полностью изменит представление о современном транспорте? И второй вопрос. Хотите ли вы получать с этой дороги прибыль? И нет повода более сомневаться. Сомневались люди раньше, когда все было на бумаге и в мечтах. А сегодня это большое производство, а компании все больше и больше говорят по телевизору, в СМИ, представляют на разных форумах и конференциях. Пока вы смотрите это видео, акции компании уменьшаются с каждой минуты. И совсем скоро закроется вход в компанию. Ведутся переговоры на самых высоких уровнях о финансировании и внедрении транспорта в развитие любого государства. Ведь когда захватываете этот рынок транспорта? Правильно, сейчас. Период кризиса, паники и общего хаоса. Да-да, не удивляйтесь, именно так и делался бизнес, помните те же 90-е. У вас пока что еще есть возможность приобрести пакет акций, которые вы сможете не только продать, но и получать с них дивиденды до конца жизни. И в будущем передать эти акции своим детям, внукам и позаботиться не только о себе, но и о своем роде в целом. Представляю вашему вниманию пакеты акций, которые вы можете приобрести в фонде SkyWay Capital. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно и посчитаем, какую прибыль они вам принесут. Пакет «Бизнес» принесет его обладателю 540 тысяч акций, что равняется 540 тысячам долларов. Или в перерасчете на российские рубли это является более 40 миллионов. Условия получения бизнес-пакета. Вам необходимо инвестировать 1800 долларов. Скажете много? Столько нет? Не беда. Фонд позаботился о вас. Вы можете приобрести данный пакет в рассрочку, инвестировав ежемесячно на протяжении 9 месяцев по 200 долларов. Эта сумма сравнима с путешествием на море на 10 дней. И у вас сейчас есть выбор. Съездить на море на 10 дней или инвестировать в компанию. И подождав чуть больше года, купить дом на берегу моря. Следующий пакет стабильный. Включает в себя 220 тысяч акций или 220 тысяч долларов, что равняется 16 миллионов 500 тысячам рублей. Чтобы заполучить столь желанный пакет, вам достаточно ежемесячно в течение 10 месяцев инвестировать по 100 долларов. Проведу аналогию. За эту сумму вы можете купить себе новенький iPhone и наслаждаться им, а через полтора года он превратится в клан. Лучше купить новенькую квартиру, не так ли? Пакет «Сеньор» идеально подойдет для студентов. Сумма ежемесячных зачислений составляет 50 долларов в течение 6 месяцев, и вы станете обладателем инвестиционного портфеля, включающего в себя 65 тысяч акций. Это равняется 65 тысяч долларов или 4 миллиона 875 тысяч рублей. Сможете получить образование высшее и еще на новенькое авто хватит. И закрывает рейтинг пакет «Старт», включающий в себя 32 500 акций, что равняется, как вы уже знаете, 32 500 долларов или 2 437 000 рублей. Вы сможете рассчитаться с долгами и закрыть ипотеку. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону, подобного шанса больше вам не представится. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем – человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки,
на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновация в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее, комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам.